Іспанія погодилася передати Україні ракети для систем Патріот на тлі тиску з боку НАТО і Європейського Союзу, які вимагають від європейських країн передати деякі батареї ППО Києву. Як пише видання «Ель Паїс» з посиланням на урядові джерела, рішення ухвалили після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батареї. Тобто ракети погодились передати, батарею не погодилися. Загалом ця країна... Скільки має у своєму розпорядженні батарей та які причини, от основні відмов зараз у європейських країн та не тільки? В Іспанії три комплекси, ну, по крайней мере, підтверджених, які виконують бойові задачі. Вони розвернуті і навіть не в Іспанії, є на інших рубежах, ну, іспанцями контролюючихся. Тому, в принципі, іспанці могли би нам як мінімум одну, а то й дві батареї передати. Вони все-таки на западі Європи знаходяться, то есть до них, если так образно говорить, долетит в последнюю очередь. Потому как раз Испания, а Испания нам в последнее время очень много передавала, в том числе система ПВО, те же Хоуки, очень много Хоуков они нам передали. Ну и там довольно-таки увесистые пакеты помощи, о которых они сильно не распространялись. Ну это, в принципе, прерогатива каждой из стран, говорить об этом или не говорить. Но испанская корона, если можно так говорить, все-таки еще до сих пор испанская корона, те монархи Испании, которые в свое время ею правили, они остались, там довольно-таки серьезная семья, они нам помогают финансово, там довольно-таки серьезные финансовые ресурсы есть, а именно вот у этих представителей испанской короны бывший, и помощь от Испании идет. Потому вот такой отказ, он, скорее всего, какого-то технического плана. Сейчас мы его, по крайней мере, слышим разного уровня. Это может быть просто режим дезинформации, ПСО, так называемое, создание белого шума. Это тоже может быть. То есть мы получим патриоты, а Испания об этом даже никому не скажет. И это может быть. А передача ракет, ну, это как минимум большой плюс, почему это расходный материал. Причем испанцы молодцы, они сейчас пытаются то есть этот расходники, так называемые ракеты, у себя производить. ПАК-3, то есть противобаллистические ракеты, будут пытаться у себя производить то, что нам надо делать обязательно, так как получить еще или закупить систему — это одно, а работать на этой системе — это совсем другое. Да, можно закупить, допустим, пусковые установки, локатор или систему управления. Это, кстати, производят разные фирмы. Это потом это все собирается как лего и передается, допустим, заказчику. А так каждый производит, там много фирм, которые производят каждое свое направление, в том числе и ракеты. Вот мы могли бы производить некоторые элементы. Ну, как минимум, ракеты, так это точно. А это как раз тот расходник, который, в принципе, делает очень дорогим сам по себе использование Патриот. А если мы будем их у себя производить, то это как раз уменьшим финансовую нагрузку на всех одновременно. Поэтому вот испанцы передают ракеты, большое им спасибо. А технически по Патриотам, будет принято решение. Может быть, тут еще есть некоторые вопросы, ну, поднятие планки цены за передачу. Это тоже может быть. И та же самая картина из Греции. Греки тоже сейчас вроде как отказались. Но это может быть просто цену набивают на взаиморасчетах с Евросоюзом. Там есть внутренние взаиморасчеты и в Евросоюзе, и, естественно, в НАТО. То есть есть определенные взносы, финансовые отношения, определенные бухгалтерские проводки. И это может быть как раз такой игрой при принятии решения для того, чтобы выйти в определенный баланс интересов. Хотя это может быть, еще раз повторюсь, просто белый шум для того, чтобы сбить противника с толку. Пане Романе, також поговоримо з вами і про танки. Associated Press з посиланням на американських військових посадовців написало, що всі передані танки Абрамс М1 А1, які ще у строю, наразі відведені з передової, бо проблемою їх застосування стала надвисока концентрація дронів. І як пише Defense Express, те, що західні основні бойові танки не стали вирішальним геймченджером, стало очевидним доволі давно, бодай через малу кількість переданих нам машин. Які, на вашу думку, були та є складнощі у використанні Абрамсів на тактичному рівні?
Любой танк, какой бы он ни был, если он передается без так называемой наступательной триады, которая сверху еще и истребителями прикрывается, это хорошая цель для средств поражения противника. Танк сам по себе не воюет. У него должно быть как минимум пара. Это БМП, Брэдли, то не одна, которая поддерживает танк. Это раз. Второе, прикрытие с воздуха вертолетом. Летающий танк, если можно так сказать, это вертолет армейской авиации. Оптимальный вариант с этим танком работает Апача А-64. И это вся эта триада сверху должна обязательно прикрываться истребителями. Только танк использовать после завоевания превосходства в воздухе. Пока этого не произошло, любая боевая бронированная машина является хорошей целью для противника. Хоть для ПТУРов, хоть для беспилотников, хоть для артиллерии. Не говоря уже об авиации. Когда заходили эти танки, неоднократно об этом говорили, не только эти, естественно, все танки западные, неоднократно вопрос этот поднимался о том, что без прикрытия этих машин с воздуха их перещелкают как семечки те же так называемые убийцы танков. Есть такие у россиян вертолеты, которые работают и ночью в том числе, то есть у них есть довольно-таки серьезные ракеты. «Вихрь-1» — это в прошлом году как раз десятки танков, десятки ББМ, боевых бронированных машин, были уничтожены как раз вертушками, которых мы отогнать не смогли. Они на предельно малых высотах подходили, естественно, без истребителей, без завоевания превосходства в воздухе. Они щелкали по эти машины довольно-таки легко. «Вихрь-1» — это ракета до 10 километров, с такой дальностью могли работать, а мы их не доставали по ЗРК на предельно малых высотах, а зенитно-ракетные комплексы их не видели. Плюс чуть позже появились у них ракеты 15-километровые «Эльмур», которые также неплохо себя показали. Потому, еще раз повторюсь, танк без авиационного прикрытия — это просто цель для противника. И то, что их отвели сейчас, это не на модернизацию. Отвели, пока не появится F-16, пока мы не сможем контролировать воздушное пространство. После этого только можно работать танк.